Так, всем привет. Вот у меня на мопеде сломался крепеж под винт вот этот вот. И я решил приклеить его, как видим, 3D ручкой. Сделал площадку. То есть, ну, я делаю именно так, как снимаю нужным, чтобы остальные люди имели представление. То есть здесь я сейчас накатаю посильнее. Сейчас найду Найду маленькое сверло и засверлю насквозь. Пластик этот достаточно прочный. Чтобы там кто ни говорил, заодно испытаем его временем. С обратной стороны. Так. Все, сейчас она застывает. И с обратной стороны мы просто соединяем те, которые у нас насквозь прошли. Вот у нас первая вышла, вот вторая. Тут еще ветер дует, но на улице тепло. Свариваем два выхода между собой. Горячевато. Так. И теперь с обратной стороны. С обратной стороны сложно показать будет. Вот и выходят две. Их между собой просто соединяем. И все. Конечно, я взял рыжую. Мне в принципе тут без разницы. Какой для себя же делать. Вообще можно сделать черный, тогда вообще заметно не будет. Еще кусочек взял. Сперла. Сейчас покажу, что получилось. Вот такая вот получилась как бы петля. То есть она идет под пластиком и выходит сверху еще вот так. То есть 3D модель получается вот такая. Здесь полка. Насквозь и полка. То есть и оно все между пластиком фиксирует, стягивает. Получается здесь дополнительная как бы жесткость создается. Видим, все это гуляет. Потому что пластик мягкий. Тем не менее, это все теперь целое. Так, здесь я сейчас, наверное, наращу пятак под винт. Пластика дофига. Ну, плохо, конечно, тянет медленно. Поделки-то какие-нибудь супер делать, а вот работать с большими кусками пластика, конечно, тяжеловато. Но, тем не менее, это лучше, чем просто склеить. Пластик его можно и всегда зашлифовать. И он не боится морозов лютых. И это, кстати, я тоже проверю. Ну, вот этот пластик хорошо, когда мы наносим, он сверху, который наносим горячий, он с тем сваривается. Ну, то есть вот так вот у нас получается. Так, винтик. У нас тут крестик.
хрустит. И вот как раз сейчас на этом пластике висит. Само крыло, оно стягивается еще дополнительно к корпусу посредством морды. То есть все это дело между собой как бы гармонично сочетается. А вот эта вот вещь выламывается за счет того, что вот здесь вот идет тросик у нас тормозов, гидротормозов. Тоже можешь подогнуть вот так вот, да. И он трется, то есть создавая ненужный удар на крыло. Не, ну сейчас его хорошо держится. Можно ее даже вот так вот продолжить. Самое смешное, не эпоксидкой, вот именно вот этот пластик, не эпоксидкой, не клеем каким-нибудь, надолго он не фиксируется. То есть вот часть, по идее, можно нарастить 3D ручкой, потом пробить насквозь и вот именно вот таким вот манером только закрепить. А вот почему я это сделал, потому что если когда я приклеил, попробовал повесить, она отлетела, я потом опять зачистил, обезжирил, приклеил, опять отлетела, после этого понял, что у меня есть 3D ручка, и это самый простой способ. Сейчас снизу получше фиксирую. И это все работает, ребята. Соответственно, если это делать в гараже где-то, скорее всего, на холоде, можно просто как бы не получить нужного результата. Но это можно в итоге будет потом как-то зашкурить и получить именно то, что хочется. Здесь же это все скрытое, снаружи я буду эпоксидкой делать, и вот такие вот мелкие части, вот именно из мелкого АБС-пластика, мягкого АБС-пластика, непосредственно я буду делать 3D ручкой. Вот, может, кому-нибудь пригодится. Такая нехитрая вещь. Вот видите, да, держится. Теперь здесь вот так вот. Ну и крылья, соответственно, сейчас поставлю, и все будет чики-пуки. На этом все. Всем удачи, всем пока.